Два вращения у нее пошли, наверное, на третий, четвертый уровень. Одно точно на четвертый. И она прокатала, в принципе, очень хорошо. Но для того, чтобы она состоялась дальше в большом спорте, ей обязательно нужно научиться скользить и понимать, где находится корпус, где находятся руки. И она будет совершенно другая спортсменка. А сейчас на льду Полина Коробейникова, ученица Виктории Волчковой. Вот так вот непривычно, без финального аккорда, Полина Коробейникова заканчивает свою произвольную программу. Не знаю, за что больше снимут, за то, что она не докрутила бы, или за то, что она закончит не в музыку. Нет, закончила не в музыку. Но вы знаете, это тоже девочка очень хорошего уровня и очень хорошего класса.